Скончался третий сотрудник водоканала Бурабай-Суарнасе. Накануне он отравился сероводородом. Напомним, трагедия произошла в Щучинске. Пострадали 4 человека. Один работник погиб на месте, второй скончался в больнице. Это слесарь Евгений Мишуров и дежурный электрик Юрий Дрягин. Главный технолог, 59-летний сын Агутала Садыков, находился в реанимации. Он скончался во вторник вечером. Главный инженер Александр Шевченко получил отравление средней тяжести. По этому факту возбуждено уголовное дело.